Друзья мои, значит, продолжаю освещать запись своего полностью аналогового альбома. Наконец-то официально хочу заявить, что я наконец-то разобрался со всем и записал первую пьесу «Сейган Мон», «Четыре обета Бодхисаттвы». Ну, так, такой перевод не совсем точный, но, тем не менее, так и знают в основном в интернете. Вот, записал «Четыре обета Бодхисаттвы», разобрался с двухканальной записью. Сейчас покажу непосредственно студию. Собственно, вот. Работает индикатор только второго канала, да, значит, мы пишем стерео второй канал, да, вот, соответственно, второй канал пишется на две другие дорожки, собственно, которые есть, ну, и тут все, собственно, предусилитель посильнее, частотка почти та же самая, что и на первом канале, и вот, значит, Сейган Мон я записал, вот, соответственно, вот ноты, да. И вот так вот здесь стоит микрофон у меня. Вот он. Поп-фильтр не использовал, потому что в 58-м он и так там, в принципе, есть. И, ну, подача не такая у меня сильная, чтобы использовать поп-фильтры. Вот. В следующий раз буду разбираться с микрофоном-предусилителем. Купил такую вот штуку. Вот, посмотрим, как это влияет на запись, что получится. Вот, собственно, вот эта вот вся кассета, она так пристрелочная, была посвящена именно записи Сейган Мона. И вот, сегодня в два канала я завершил запись первой пьесы. Ну и двигаемся дальше, соответственно, буду записывать следующую, наверное, Нед Тори пьесу или что-нибудь типа того. Вот, буду держать в курсе. До встречи. Еще вот что хотел сказать. Кассет я прикупил для записи хромовых для качества звука. Так что тоже потом протестирую и расскажу.